Предновогодние деньки – самое время поздравить с праздниками всех-всех, и близких, и незнакомых. Руководство боулинг-клуба «Рекорд» совместно с Поволжским колледжем технологии и менеджмента провели благотворительную новогоднюю елку для воспитанников детского дома номер 4. Этот праздник стал настоящим подарком для ребятишек. Развлекательную программу с танцами и хороводами подготовили студенты и сотрудники учебного заведения. Аквагримеры разукрашивали ребят в различных героев, а с девчонками работала мастер маникюра. Конечно же, на праздник пришли и Дед Мороз со Снегурочкой и с огромным мешком подарков. Детишки были в восторге. Каждому ребенку вручили пакет сладостей и книгу. Организаторы мероприятия накрыли воспитанникам детского дома вкусный стол с детским шампанским. Ребята не только поводили хороводы, но и поиграли в боулинг и лазертаг. Ну а на память ребятам останутся фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой.